Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии «Среды». Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня из всех событий экономического календаря я позволил себе выделить одно – решение Банка Канады по ключевой процентной ставке. Это событие мы ждем уже довольно продолжительный период времени, потому что хотим от канадского регулятора получить вот этот вот решительный шаг по смягчению экономической политики, снижение ставки на 50 базисных пунктов. Я думаю, что именно такое решение сегодня и будет принято. Спустя 45 минут после этого в 14:30 по GMT состоится пресс-конференция главы Банка Канады Тифа Маклема. И здесь с большой долей вероятности, я думаю, что будет уже анонс пятого подряд снижения процентной ставки, если инфляция будет и дальше снижаться, а рынок труда испытывает прежние проблемы, что будет доказывать, что экономика нуждается в экономическом стимулировании. Поэтому сегодня максимум фокуса внимания на пару доллар-канадец, она торгуется на отметке 1.3820. Снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов вполне может поддержать локальные ралли и приблизить данный дуэт финансовых активов к планке 1.39. А в случае еще мягкой риторики Тифа Маклема, друзья, мы гораздо быстрее доберемся до нашей долгосрочной цели 1.40 и сможем друг друга с этим поздравить. Остальные фундаментальные события предлагаю сегодня проигнорировать. С завтрашнего дня будет больше американской статистики. Вот лучше поговорим о ней в ходе уже непосредственно завтрашнего и пятничного брифингов. По основным инструментам. Индекс доллара 104 пункта. Безоткатное ралли продолжается. И основные причины, которые поддерживают рост американского доллара, это высокие доходности американских облигаций, десятилетки сейчас торгуются по ставке 4,23%, и Trump Trade, о котором я говорил накануне. Растущие шансы на то, что овальный кабинет займет именно Трамп, сейчас как раз и подогревают ожидание того, что Трамп будет вводить торговые барьеры, тарифы. Это все будет провоцировать усиление инфляционного давления, повлияет на риторику американского регулятора, может стать причиной даже ястребиных не только высказываний, но и фактических действий. Я, опять же, не хочу сейчас комментировать перспективу повышения процентной ставки, потому что мне кажется, это абсолютно нереалистично. Но если покопаться в этой теме, то значительный рост инфляции при определенных обстоятельствах может и не оставить американскому регулятору другого выбора, кроме как отказаться от смягчения национальной монетарной политики. И опять же, большая ремарка заключается в том, что мы только готовимся к фактическим выборам в США, и мы до сих пор не знаем, сможет ли Трамп обойти Камалу Харрис. Не в каких-то опросах, а непосредственно уже в момент, в день голосования. И одержать победу. Трамп, судя по всему, пошел ва-банк уже какие-то абсолютно нереалистичные, не связанные с действительность обещания о том, что он избавит от подоходного налога 95 миллионов американцев, ну, вы, конечно же, друзья, понимаете, что это невозможно, учитывая все проблемы с бюджетом, которые и так есть в американской экономике. Ну, видимо, Трамп сейчас просто хочет наговорить побольше всего, чтобы одержать победу, а там в целом уже можно будет и размазывать реализацию этих предвыборных инициатив от каких-то вовсе даже отказов. В целом, по доллару я давал уже свою точку зрения, я все еще считаю, что этот инструмент нуждается в коррекции, и, видимо, на рынке должен появиться какой-то иной фундаментальный фактор, который вернет на рынок продавцов и, прошу прощения, сможет отправить индекс доллара снова ниже 103 пунктов. Золото 1746 долларов за тройскую унцию. Новый исторический максимум, и я, по сути, уже не первую неделю начинаю брифинг с того, что констатирую достигнутые рекордные отметки. Наша цель, друзья, ну, по крайней мере, моя, ладно, говорить за вас не буду, это 2750. И при таких темпах роста мы можем достигнуть этого целевого ориентира в любую секунду и в любую минуту. Не удивлюсь, если вот в момент моего выступления золото уже придет к этой планке. Там, соответственно, буду фиксироваться, но это не значит то, что я уже прям тотально откажусь дальше от длинных позиций, буду следить за сантиментом, и если все-таки найду основания для повторных перезаходов золота, я вам обязательно об этом расскажу. Золото выросло больше, чем на 35% за первые 9 небольших месяцев, и если мы сейчас уже будем
говорить о том, насколько значительный этот вклад в процентном приросте в перспективе или ретро-перспективе последних лет, то текущая ралли, друзья, самое крутое за последние 45 лет. По сантименту, кстати, 30-70, по-прежнему распределение большинства и меньшинства указывает на то, что восходящее движение остается в приоритете. И золото с большой долей вероятности уйдет к новому максимуму, нежели чем перейдет к развитию коррекционного отката. Доллар канадец уже проговорил, ждем отметку 1.40, хороший фундаментальный фон, перспектива снижения ключевой процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов. Также аргумент для того, чтобы Банк Канады сделал, это резкое снижение инфляции и уход показателя в район целевого диапазона Банка Канады. Уровень безработицы остается высоким, 6,5%, целевая отметка 5%. Это уровень полной занятости. И, конечно же, руководство Банка Канады сегодня будет говорить о том, что при таком уровне безработицы очевидно, что данный сектор нуждается в доп. Стимулировании. Именно поэтому будет принято решение по снижению ключевой процентной ставки. Доллар-франк 0,8670 максимум с середины августа. Это далеко не предел, друзья. Я продолжаю подсвечивать для вас потенциал роста этого дуэта финансовых активов. Обязательно обратите внимание. Тем более, что целевой отметкой роста может быть движение значительно выше уровня 0,88. Пара фунт-доллар 1,2984. Также давление на фунт оказывает смягчение потенциальное пока что монетарной политики после значительного ослабления инфляционного давления. И плюс ко всему, инвесторы следят за рынком недвижимости, где снова негативные динамика. Темпы роста домов по версии агентства Rightmove снизились с 1,2 до 1%. Из-за того, что очень сильно выросло предложение, а тут вот уже вопрос. Почему это произошло, почему снижается спрос? Не из-за того, что все так боятся вот этого бюджета, который будет представлен в Англии в конце этого месяца, где, скорее всего, мы увидим и услышим о повышении налогов. И несколько недель назад я уже говорил, что повышение налогов может стать причиной смены юрисдикции для многих бизнес-компаний. И, возможно, сейчас продажа домов, именно рост предложения связан с тем, что многие бизнес готовится, друзья, мигрировать. В данном случае фунт пока что аутсайдер, и я никак не могу решиться, что перезайти в сделку, открыть снова длинные позиции. Может быть, когда фунт просядет еще ниже, это будет уместно, но не на текущем этапе. Доллар-иена 151.86, бычья ралли продолжается в соответствии с нашим с вами прогнозом. Ранее в основе восходящего движения пары легли комментарии премьер-министра Японии Исиба о том, что экономика сейчас не готова к дальнейшему повышению процентной ставки, но потом, видимо, ближайший совет министров и советников дали ему понять, что Банк Японии позиционируется как независимый институт, и лучше ему пока знакомиться лишь с внутренней и внешней политикой и не лезть в дела уеды, которые возглавляет Банк Японии. Да, действительно, после этого правительство сделало несколько таких неловких шажочков, чтобы подтвердить независимый статус Банка Японии и то, что оно не будет вмешиваться в действия японского регулятора. Тем более, что уеда уже доказал свой профессионализм, оказав и проделав большую работу, остановив мощную девальвацию национальной валюты. Но стоит отметить, что давление на иену также оказали очень слабые данные по промышленному производству, по торговому балансу, по экспорту, по инфляции, по ухудшению потребительских настроений. Мы об этом тоже говорили. Доллар внес свою лепту. Рост американца провоцирует ослабление всех конкурентов американской валюты. Но чем выше, друзья, пара доллар-иена будет забираться над отметкой 150, тем выше будет вероятность вмешательства со стороны Минфина и Банка Японии через сначала вербальные интервенции, которые в конечном счете могут быть заменены фактическими действиями, фактическим интервентным механизмом. Поэтому я сейчас до заседания Банка Японии рекомендую смело держать длинные позиции заседания Банка Японии на следующей неделе и ближе уже к этому событию фиксироваться и искать точки входа на долгосрочное снижение данной валютной пары. Рынок нефти 75.86, откатили мы от локальных минимумов, но сантимент не меняется. 74% трейдеров остаются в длинных позициях, и я все еще
друзья, за то, что нефть будет добивать до целевых уровней, которые мы обозначили раньше, это $70 за баррель. Произойти это может очень быстро на практически любом новостном вбросе. Нефть легко может прошагать от 3 до 5% за одну торговую сессию. Нам как раз нужно, чтобы нефть пришла к уровню поддержки и не забралась к уровню сопротивления на отметке $80 за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!